переходим к вопросу. Здравствуйте, Алис Тимонин на радио Южный Урал. Ребята, вот у кого здесь группа поддержки? Вот мы знаем, что у Саши Бойкова здесь папа. Да, только я Бойкова. Извините. У вас папа, да, здесь присутствует на трибунах, мы с ним уже пообщались. Вот у кого здесь родители, вообще группа поддержки, потому что мы растяжек очень много видим с вашими именами на трибунах. То есть помимо того, что южноуральцы, любители этого вида спорта, здесь заполнили трибуны, у вас еще и группа поддержки приехали. Ну, наших родителей здесь нет, но они всегда нас поддерживают, мы с ними на связи, и они всегда с нами. Смотрите, у меня лично мама будет ближе, наверное, чем вот ребята, она здесь находится, вот, и отец Александр. Это здорово, это приятно, что родители находят возможность приезжать, поддерживать своих детей непосредственно на арене, и всегда добавляет какой-то теплоты и спокойствия, и мы им очень ценим. Ну и помимо того, что папа в этот раз приехал, второй раз подряд приезжает мои братья. В прошлый раз это был мой родной брат, а в этот раз мои родные. Очень непривычно их видеть в качестве зрителей. Наши родители и родственники болеют, переживают за нас дома, по телевизору. И пишут, после поддерживают как могут. В принципе, сюда они не смогли приехать. Я еще могу добавить, что сюда приехала мама Димы Рылова. Вот некоторое время назад в социальных сетях написала о том, что она тяжело болеет коронавирусом, и просил всех спортсменов поддержать ее, чтобы она выздоровела. И вот как раз он сейчас рассказывал о том, что мама выздоровела, поправилась и приехала сюда на чемпионат, и находится в зале. Спасибо всем, кто поддержал, кто написал теплые слова человека, который был в больнице тяжело болезненным. Еще вопросы есть? Владислав Жуков, РБК. Вопрос к Владимиру Евгении. Что случилось, ребят, перед стартом короткой программы? Почему так долго готовились? И, Евгений, к вам тоже вопрос. Да, во-первых, большая молодежь, что приехали, что успели восстановиться после такой тяжелой болезни. Мне расскажите немного, что происходило и как вы сейчас себя чувствуете? Сейчас, слава богу, все хорошо. Я себя прекрасно чувствую. Готовиться мы успели. Было это все очень в таком экстренном варианте, потому что оставалось не так много времени, и перед Казанью у нас была хорошая физическая подготовка, было очень обидно, что уже как бы вошли в форму, и можно было поддерживать и набирать еще больше, но так как вот я выпала на 2 недели, когда я вышла после болезни, у нас было 3 недели, чуть больше 3 недель. Все это происходило очень экстренно, и хочу сказать большое спасибо Вове после того, как Вова вначале переболел, он мне где-то подсказал, где-то помогал, где-то подвозил программу, поэтому всеми усилиями мы смогли подготовиться и поехать сюда. Какой? Вначале вопрос. Ну, это не было запланировано, мы сделали обычную раскатку, как всегда мы выходим после предыдущих участников, вот, и нас позвал наш тренер Максим и сказал такие новые напутственные слова, они были немножко дольше, чем обычно, и мы посмотрели, да, на табло, нам отводится всего 30 секунд после того, как объявляют наши фамилии, вот, и так вышло, что мы стояли у портика, потом сделали обязательную часть своего выхода, которую мы делаем каждый раз, немножко на 2 секунды не уложились, поэтому получили съем 1 балл. Константин Лесик, Спорт 24, а можно, Вов, уточнить тогда, что это были за слова? Может быть, они как раз помогли вам выдать такой шикарный прокат? Нет, это предназначало только нам, и если бы это было для всех, то он всем бы сказал бы для всех. У него есть талант.
Хочу спросить за него, давай уже добью тему, потому что были напутственные слова и после проката, там не можете вы не, ну, не буду уже говорить, а это к чему относилось, то есть какой-то элемент не понравился, да, чем была неделаемость? Ну, вращением. Вращением, да. Был недоволен вращением, потому что действительно мы сейчас очень много уделяем времени на тренировках, таким как вращение. Элемент из одиночного катания, и было очень много сделано, и безошибочно, и поэтому было обидно. И... Немножко дезориентированно, да, снова ездили. Да, поэтому такие слова. Да, есть еще вопросы? Радио России, и я не совсем о спорте. Скажите, пожалуйста, а вот вы ощутили, что называется, ответную связь с трибун, с челябинских трибун, от зрителей, которые, ну, просто реально соскучились по вам? Ну, хочу отметить, что сегодня зрители большие молодцы, они очень сильно болели, при том, что был зал не полный, да, поэтому, но звучало как будто полный, даже переполнен. Эти аплодисменты, крики и фамилии, и скандирование каких-то там возгласов. Пожелание, да. Поэтому, нет, сегодня большие молодцы, было приятно. Есть еще вопросы? Евгений и Владимир немного уже рассказали о том, как переносили болезни. Другие ребята, насколько я понимаю, тоже же болели. Вот если можете рассказать, как вы справились, как у вас все протекало, не сложно ли было? Спасибо. Давайте не будем облом, пожалуйста. Итак, все болели, и что-то такого можно рассказать, я не знаю. Болезнь, достаточно она, слава богу, протекла в достаточно легкой форме, и последствия не сильно ощущаются, и это хорошо. Давайте тогда последний два вопроса, там уже достаточно длинный день. Тогда давайте что-то более веселое, если можно. Насколько я знаю, Саша Байкова поступила на журналистику, правильно же? Учит. Вот, Саша, если бы у тебя возможность, какой бы ты вопрос задала на этой пресс-конференции себе, своему партнеру или, может быть, коллегам? Александр Геннадьевич Зайцев, когда ему задали вопрос аналогичный, журналисты, когда они откатались со Людмилой, он вышел со льда, ему спросили, какой бы вопрос вы задали себе, он говорит, мол того, что я катаюсь, а дальше была его как бы непечатная... Ну вообще, для хорошего вопроса нужно время подумать. И... У нас на пресс-конференциях и после проката задают достаточно однотипные вопросы, потому что, ну, в принципе, опять же говорю, нужно как-то готовиться к интервью. Ну, давайте мне что-нибудь однотипное. Просто если я спрошу сейчас тебя, то это будет долго. Давайте в следующий раз. Я подготовлюсь. Давайте тогда на это... Да. Можно вопрос? Давайте, Александр, если, может быть, если так повернуть, а как вы вообще оцениваете вот, фигурно-катательную журналистику? Вы же наверняка читаете, да, то, что происходит, тем более к парам сейчас интерес растет в последние недели. Вот. Как вам работа журналистов, не знаю, по пяти палишь или словами? Саш, пересеки туда, дайте двух человек. Ну, честно говоря, хотелось бы желать лучшего периодически. Опа! Это не Калик, мы говорим вообще честное слово. Это просто половина.
Вот, ну просто мне кажется, что всем журналистам сейчас стоит. Я не говорю именно про спортивных вообще, стоит чуть внимательнее подходить к своей работе. Сейчас я остановлюсь. И просто, наверное, лучше готовиться к интервью, смотреть предыдущие какие-то работы других людей, потому что все-таки у нас есть коллеги, которые задают такие же вопросы, и если, например, я просто уже пробовала брать интервью и поняла примерно, что это такое, наверное, не коверкать слова некоторые, потому что от этого зависит мысль человека. Можно я тоже добавлю? На самом деле я согласен абсолютно. Я на самом деле абсолютно согласен с Александром в том, что он сказал. На интервью хочется общаться с журналистами, открывать себя и как-то, знаете, вот именно иметь больше эту коммуникацию. Но зачастую вопросы, они носят абсолютно однотипный характер, как будто их пишут по какому-то жесткому регламенту, а именно, как вы провели старт, как вы провели подготовку, как ваши дела, до свидания. То есть, как бы, они ограничены. Вот даже сейчас, вот конкретно, вот вы задали очень интересные вопросы. Вот видите, мы уже сидим с вами рассуждаем. Интересно сидеть на интервью и рассуждать, это здорово. Поэтому спасибо вам большое, что вы хоть как-то разнообразили. На самом деле, это такое абсолютно формальное мероприятие. И здорово, что есть возможность общаться с журналистами. С ними хочется общаться, с ними хочется о чем-то говорить, а не просто отвечать какие-то шаблонные фразы. Вот. Ну, мне кажется, есть какая-то специфика жанра, да, когда ты даешь интервью после соревнований, то это очень короткие интервью, там специфические вопросы по факту, что происходит именно в данную, здесь и сейчас. Ну, по факту как, тоже можно интересно, да, что-то спросить. Когда это долгое интервью, то для этого есть больше времени, и тогда есть возможность раскрыться и сделать какие-то свои истории, как бы личные. Я думаю, что на этой оптимистичной ноте подготовки каждого, как каждый будет делать свое дело, да, готовиться серьезно, мы закончим сегодняшнюю пресс-конференцию и встретимся, надеюсь, через день. Спасибо. Спасибо.